Хочу поделиться рецептом очень вкусного и ароматного томатного соуса с базиликом на зиму. Такой соус прекрасно подойдет к любым мясным блюдам. К макаронным изделиям, рису, картофельному пюре. Для этого рецепта нам понадобятся помидоры, перец острый, базилик и чеснок. Помытые и нарезанные помидоры пропускаем через мясорубку. Также пропускаем острый перец. Далее ставим варить. Как только томат закипит, уменьшаем огонь и варим 10 минут. Соус должен быть густой, и поэтому я при помощи сита убираю лишнюю воду. Вот такой должен получиться томат. Он уже густой, поэтому долго варить его не нужно. Добавляем 100 грамм сахара, столовую ложку с горкой соли, ложку паприки, измельчаем и добавляем чеснок. Вливаем растительное масло. Все хорошо перемешиваем и провариваем 20 минут. Нарезаем базилик. Базилика я взяла 150 грамм. Нарезанный базилик отправляем к томату. Хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и варим еще 20 минут. Посмотрите, какой красивый и ароматный соус получился. В чистые простерилизованные банки раскладываем томатный соус и сразу плотно закрываем крышками. Переворачиваем заготовки дном вверх и укутываем до полного остывания. Далее храним в погребе, на балконе или просто в квартире в прохладном месте.